Синьки понимал, что это за город, и ставил, по-моему, 20 тысяч рекорд у него. Это достойный противник, дядь. У меня 15 тысяч, блядь, но это моя вторая игра, блядь. Первая все зависло, так, помнишь? Да ты катался просто полтора часа по карте. А он так не делает? Он нет. Я скинул бортом, заходи. Он за минуту это все делает. Все, я зашел. Балдеж. А, время уже идет. А что с картинкой? Уже все пошло? Да, у меня да. Дядь, а что за мыло ебаное? Просто это какой код? Блядь, что с камерой нахуй, Симонс, блядь, C65, блядь, ебаный, блядь. Пизда, что за хуйта? Я зафармил, знаешь, сколько? 34. А нет, один вообще. Блять, сука. Я хотя бы 11 зафармил. Блять, дядь. Давай, сука, хуй лучше, блять. А чё, блять? Чё с аппаратом у них, нахуй? Да, а что с камерой? Ладно, понял. Это како... У меня опять херовая картинка. Ой, блять. Нихуя. На деревне просто как будто... Блять, слышь, мне даже одного поинта не дали. Ну, короче, это, скорее всего, где-то вот здесь вот. Чё у тебя? Бля, у меня тоже ноль. Бля, это обсрали, давай еще. О! О, ну это я сразу понял. Я такая же, да, конечно. А почему тут знак, что не, нет, ну, нельзя машина, а тут машины? А, нет, это две машины. Бляха, ну это я сразу понял, что это. Подожди. Швейцария? Это ты выбрал? Да. Лихтенштейн? Ты типа по приколу нажимаешь, что ли, или чё, блядь? Я не... Нет, я думаю, но... Ты... Ну, как видишь... Как может у человека, блядь, вообще возникать такая мысль? Если ты сразу видишь картинку, блядь, в первую очередь... Блядь, Лихтенштейн! Или что это, блядь, как ты... Как... Почему именно Лихтенштейн, блядь? Ну, подожди, во Франции чё, гор нету или в Австралии? А в Австралии? Ну, это не горы, это, блядь, это ж такое, типа, было достаточно, ну, пустынное место. А, да? Ну, да. Короче, какая разница? О, изи. О, изи. Я сразу понял, что это. Ладно, неплохо. Я в следующий раунд иду хуярить. О, сколько тебе метров? Ну, короче, на 200 меньше, чем. Блядь, я тут не вижу, я думаю, нет смысла путешествовать особо. А, ну да, я тоже понял, что это сразу. Блядь, сука. Найс, 2000 поинтов. Блядь, кто выиграл? А, стоп. А, все, фу. А, да. Ох, ты выиграл, но чуть-чуть. Да не, дядя. Ну, тебе повезло просто то, что у меня было 11 поинтов. Господи, ну отсосал, братец, блядь, что такое? И теперь давай с читбанатом, и с читбанатом ты забей. Давай, зови. Не, я только... Нужно. Я только за, блядь, с ним зарубиться, блядь, знаешь. А, чтоб ты понимал? А. А не, забей. Давай. А можно только по России сделать? Да, да, можно только по России. Блин, ну это сложно будет. Спасибо. Все, сейчас он заходит, походу. Давай. Приготовь сразу ссылку. Ссылку сделай, чтобы ты ему отправил давай. Сразу. Так. Угу. Мы делаем столько же, да, время? Ну, я тебе говорю, читбанат просто за 20 секунд нас разъебет. Вот и снова я. Алло, вот теперь мы тебя звали, Витёк, здорово, брат. Да, благодарю. Кидай, сори, ребят, за первый залет, реально, да как ты чё, блядь, как, блядь, какая, чё, все нормально, блядь. А, бля, я уже сразу нажал старгейм, можно? Я тебе скинул ссылку, брат. Так играй, похуй. Мы же, нам же не обязательно всем синхронно заканчивать. Так, а куда? А, вот всё, вижу. Дискорд. Так, вы без времени, да, катаете? Не, с временем. 20 секунд. А, нифига, так, слушай, так это жестко. Тогда, блядь, сейчас вот мы тут пытаемся. Так, ну это я понял. Типа на рекорды, да, играем? Да. Да. 20 секунд, реально 20 секунд. Так, а я уже залетел. Это... Да, и Сава уже залетел. Ну и я уже ответил. Не, то, что ты спалил, ничего страшного. Не, я не про это. Я 2000 поинтов, кстати, выбил. Я вот да, я вообще подумал, что ты, блядь, Северная Америка. А у тебя, Витя, сколько? Хорош, 1377. Ой, ни хрена. Ну там просто на знаке было написано Аргентина, я такой подумал, что это Аргентина, я дальше не стал даже водить. Ну ладно, хорош. Сколько второй? Витя, скажи, там где Мили, в каких странах? Мили США, ну по факту США только.
А, ну вообще Великобритания еще может быть. О, подожди, я знаю, где это, я здесь езжу. А, мы играем, да? То есть мы не одновременно, сейчас, да, стартуем? Да-да. А ты не играешь? Ну, это США должно быть по-любому. Да где ты, блядь? Не знаю, если это такая локация не в США с милями, то я офигею. Не-не. Единственная, да, локация, где такая может быть с милями, о, в США должна быть. Классный на твоей картинке дороги. Ой, блин, чуть не успел поставить. О, нормально. 3548 у меня. Я думал... 2838, это кто, строго? Да, наверное. Слышишь, я что-то смотрю, ты нормально идешь, Слава. Блин, вот это третья локация, смотри, здесь такая дорога, короче, типа как в России, блин, но разметка типа желтая. Да, да, сука. США, наверное, опять. Бля, жреть! Ты... Разметка желтая, все, сразу США выбирает. Бля, буду Россия, нахуй. А, блин, нет, все-таки Канада, но близко. А ты самый ближе, кстати, строго. У тебя 2.96. Нет, не знаю. Так, четвертая локация вообще легкая, кстати. У тебя, правда, сложно с оно будет. Не нажал никуда, боже! Что, там жестко? Давайте, жду ваши результаты. А, ты уже все закончил? Да, я просто тороплюсь, я боюсь, что я не успею. У меня просто было такое, что я вообще не успел, типа, на это нажать. Бля, я реально подумал, что в третьей, там, где я езжу к бабушке, блядь, типа, по трассе М4, блядь. Так, ну я сейчас проиграю, походу, сейчас просто позор будет без прайса жесткий. Нормально, нормально, нормально. Позор точно не будет, бля. За позор я отвечаю, нахуй. Ну, в этой катке точно, бля. Уже? Сколько у тебя? Да. У меня 9400. Вот ты, сука, щегол, блядь. Давай, ладно. А как посмотреть? При том, то, что я на четвертом раунде 0 получил. Кто-то в пятом раунде поставил на 4400. Это ты был, да, бустер? Нет, я на 3400. Это я поставил. Ты реально в пятом раунде на 4400 въебал? Да, но Францию угадал. Не, Францию это я угадал, это Бельгия. А, это... А, я тоже во Францию. Я прям в центр Франции. А я в Марсель ёбнул, а ты ёбнул... Я прям просто по картинам... Ну, хорошо, давайте заново. Бля, я в итоге проиграл, да? У меня 10859. Нет, ты выиграл. У меня 9 тысяч. А у тебя 10. Он чат палит, пишет, блядь. Строго. А. Давай-ка это, блядь. Доверяй, но проверяй, блядь. А, шоу хайскор здесь можно. В чат не заходи, блядь. Давай-давай, еще раз кидаем, мужики. Так, давайте. Также 20 секунд. 20 секунд опять? Да-да, скажите, когда зайдете. Я зашел. Боже, я опять нажал сразу. Да понял. Сразу. Витёк, зашел? Да, захожу. Я прилетел. Так. Это, кстати, не супер легко. Не-не, это очень легко, бля. Бля, это очень легко, да, это очень пиздец, да. Как это вообще. Я 15 поинтов заработал за этот раунд. Ну, это Южная Америка, скорее всего, но... Какая страна? Ладно, я Аргентину влюблю. Слава, ты 14. Надо поменьше, чем он. Не, нормально поставил, кстати, угадал Аргентину. Да? Сколько ты поинтов получил? 3400. А, охереть. Так, вторая локация похожа на США вообще, очень сильно. Да? Спасибо. Это США есть, я думаю. Но это я уверен, что это США. Блядь, не успел! Ну все, пизда, блядь, не хватает 20 секунд. Нет, ты успел. Кто-то на 3-400 ответил. Здесь смотри, это я. Здесь смотрите, такой лайфхак небольшой, что вы, если предполагаете, что США, вы сразу можете метку поставить, но не нажимать, типа, отправить. И тогда, если у вас времени не хватит, метку поменять, то хотя бы старая зачтется. То есть сразу можете тыкнуть, но, типа, не нажимать, знаешь, снизу, типа, отправить. Бля, я 4 поинта набрал. О! О, ну это я понял сразу, что это. Там флаг висит, кстати, в третьем раунде, ребят. Посмотрите, да, ну, я нажал только, блядь. Что? Так, что такое R? А, это я нажал! Токузак какой-то, это что такое? Я так и думал. Что? А, река что-то здесь какая-то. О, это Россия! Понял, просел, ребята, в этой катке. Че, еще чуть-чуть? Сейчас, погоди. Да, я тоже когда-то доигрываю. Витя, а можешь создать этот Россию только? Там я вас точно разъебу, блядь. Да-да-да, изи.
Нормально, нормально, сейчас все будет. Сейчас последнего поставлю метку. Ну это, кстати, похоже, что был 30 секунд. Бля, времени хватает, может побольше реально времени? 1400 только. Шо, у меня зависло, я тебе, у меня лагало, у меня фотки, бля, такие размытые были, там вообще не поймешь, бля. Там в упор смотришь на Америку, бля, по итогу России. 14.021. Так, только Россию, да, создавать? Да, давай только Россию, и можешь минуту поставить. Так, а ссылка палится же, да, спокойно вроде? Да, 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 да. Да, тут пофиг, мне кажется. Никто не сможет зайти после так, того, как... Так, play, challenge, а, нет, смогут friends. Зайти, так что, да, лучше не показывать. А, подожди, а, минуту, сейчас, секунду. Давай, да, минуту. Минуту? Да, 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 да. Ну, я Россию знаю. О, минуту. Блядь, слишком пальцы. Быстро, я во втором даже не успел ответить, приколись. Хуета какая-то, блядь. Так, я вам закидываю... Так, личку я тебе закину, бустер строго. Угу. Ты меня не добавил, по-моему, вообще в Discord строго. Так, минута стоит, да? Да, 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 да. Я добавил друзья, но, по-моему, мне не нужно было добавлять. Так, бля, ну это вообще очевидно. Скинул ведь? Во, все, нашел, да-да-да. Все, угу. Так. Так, старт гейм. Так, все, вы начали, да, там уже? Да-да-да, мы начали. Не знаю, мне кажется, Россию сложно играть, потому что страна большая, и, на самом деле, куда вот конкретно ставить, не всегда разберешься. Да-да-да. Нужно до знака просто летишь, до какого-нибудь. Но это если крупный город на знаке еще написан. Ну да. Там тут будет написано? Ивашкино написано, и что это такое вообще? Ивашкино, ты что, не знаешь? Так. Единственное, в чем я сейчас уверен, что это Россия. Все остальное уже все. Что-то Сава, походу, один поинт заработал. Дорога хорошая тут, кстати. Тоже такое ощущение, что не прям глушь какая-то. Боже, где Дмитров находится вообще? Вы знаете? Нет. Это такая деревня. Она вообще да. Где угодно, мне кажется, может находиться. А поиска здесь нет, чтобы ввести, типа, прям слово? Не. Блядь. Это хуйта написано. О, что? Покчамп! Что? Я на рандом тыкнул. И попал? Прям да. Хорош. У меня рядом с Москвой было. Да, да тебе спасибо тебе за субскруп на бустера. У бустера 909, да, да, у меня 2640. А у меня 4000. Жестко. Но мы еще можем камбэкнуть вообще изи, Слава. Да, ты понятное дело, я вот сейчас только найду эту. А ты понял, что это? Да, но я не знаю, где она находится. Блин, прикинь. Ну ладно, давай здесь. Вообще может мой город попасться, в котором я живу? Бля. Вторая локация, кстати, если бы не русский язык на знаках, я... Ну я, знал, блядь, я не знал, что Уфа, ты думал, вот Уфа, блядь. Я видел, там Башнефть было написано, блядь. А кто-то уже... Так, понятно. Так, это второй раунд, да? Башкирия? Блядь. А, Уфа, Башкирия, да? Так. А вы не ответили, что ли? Нет, нет, ты же раньше начал. У меня написано за лидер год 600, points, это здесь раунд. А, за что это нажал, я не знаю. Нет, подожди, а, знаешь, с нами раунд, кто-то залетел, может, уже? А, да-да-да, скорее всего. Не-не, ну там не показывается просто. Не, у меня написано, что 600 поинтов ты уже зафармил, блядь. Так, ну если Слава сказал, что это Уфа, но не Уфа, тогда это значит не Уфа. Да? Да, не Уфа. А, во, все. Ну рядом, рядом где-то было, да. 300 я набрал за этот раунд. Вы сразу, да, стартуете, типа, на? Да, мы сразу стартуем. 300 набрал за раунд? Это 3 раунда, 100 набрал. Нормально, нормально. Ебать, я профессионал этой игры. О, здесь, кстати, вообще дороги такие все. Бля, знакомый домик, нахуй, бля, буду. Сейчас да? Скажу, что это, да. Я прям очень хорошо знаю. Сейчас, подожди. О, я нашел какой-то знак. Зуя-1, что это значит? Я, дядь, понял, что это за хуйня. Я тебе, бля, буду. Готов? Блин, здесь вообще знаков нету. Нормально. Зуевка. Бля, я вообще разъебу, нахуй, щеглы, блядь. Ну-ка. Че, близко поставил, да? Ну, как сказать. Ну, не близко, конечно. Бля, что он там делает, интересно? Че, окошки не показывают? На флажок, ух ты, блядь, уезжает, сука. Ух ты, сука. На стартовую точку вернуться. На стартовую точку можете вернуться, если на флажок нажмете слева. Понял. А, да? Да. Ну, может, вам поможет это тоже чем-то. Да, я просто не знал вообще. Да, блядь, дай на знак посмотреть. О. А, охуенный знак, блядь. А, блин, время у меня закончилось, я вообще точку не поставил. Вот, раунда. У меня такое же было, это же вообще пиздец. А я что-то забыл, я вообще забыл. Ты 4000 поинтов, Сава, выбил. Куда? Не, я, это Витёк. Не, нет, я тоже не убил, а ты левый, значит. Короче, да, чел залетел, знаешь, вот почему мне написал, что во втором раунде ответили уж.
Блять, да вообще хуй знает, что это. Ну ладно, давай. Тут, ну, тут. Что третья, что четвертая локация сложная, вообще знаков нет никаких. Блять, да, пиздец. Сложная. Но дорога хорошая, смотри какая. Тупо разметка. Блять, вот, когда... вот это да, прям да, вообще жесткая. Когда... Что? А? Ты когда будет результаты, ты F5 нажми, и у тебя, по идее, все результаты покажутся. Наши. А, все, понял, брат. Только закрытым экраном нажми, потому что там, скорее, может быть, чел с не очень хорошим ником зашел. А, такой может быть? Ну, если вы говорите, то, что чел залетел. Ну, он залетел 100%, потому что мы, видишь, мы сток не набирали. Ну да, но хочется верить, что не успели они аккаунт нового зарегать с плохим ником. Мне кажется, ник уже подготовлен, блядь. Вообще да, хрен экран. Знает, вот видишь, типа, по последнему бану-то вот этому братишкина, типа, он говорит, типа, осуждать надо. Вроде как тоже есть шанс, что не забанят. Если не, надо, всегда надо негативную реакцию давать, типа. Ну да, ну поэтому, мне кажется, если типа надпись где-то будет, и ты прям осудишь, то пофиг. Не, негативная реакция на 100% должна быть. Вот последний это вообще что? Да. На мой город похож, кстати. Какую? Негативную реакцию, блядь, выдавать. Ты должен, это... типа, ну, на всякие плохие высказывания, всякие моменты, блядь, ну. А, блядь. В последнем раунде строго, посмотри, там горы какие-то, это вообще Камчатка, походу. Сава, сколько тебе поинтов всего? Маловато, если честно. Сколько? Да, это Камчатка. Планировал побольше, блядь. Ну, а там... Камчатка на русском это что? А, реально. Справа, экран, сколько? Экран, Витя. А, там сделали, пиздец, да? Там пизда вообще. Там 4 чела с такими никнеймами. А, да. Шо, хайскор. Блин, ты скрыл сразу, Сава, да? Да. Бля, да, какие же вы долбоебы, господи, челы, вам вообще заняться нечем, блять. Это же вообще пиздец, блять. 4 чела. Можно не нажимать вот на этот, показать результаты, можно не нажимать и все. Они тогда по-другому вроде никак не можно сделают. Можно просто свои говорить вслух и все, и хуй с ними, бля. Ну вообще давайте не палить ссылку стараться, это ж пиздец вообще. Да. Ну, так, я, короче...